Добрый день, дорогие друзья, с вами Dookit канал World of Games. Сегодня мы поговорим о, как бы вам сказать, таком сайте Original и что такое бесплатная подписка, что она себя представляет, ну, нужна она вообще, нет, то есть стоит брать ее или не стоит. Во-первых, начнем с того, что подписка есть годовая, есть ежемесячная, то есть как вам удобно. Дальше, при том, то есть если вы подписались, здесь есть для... на Original Nsense, если подписались, здесь есть игры Valued. Вот. В данном случае мне как подписчику, у меня вот эти все игры, которые я вам сейчас показываю, они все бесплатны для меня. Я, если честно, купил только здесь Titanfall 2, Звездные войны одну часть и Battlefield 4. Вот, все остальное мне предоставило, ну, как подписчику, я уже здесь около года подписан на данном этом сайте. Предоставил сам Original Sense. Вот. Сначала мне Battle 4 премиум дали, скоро мне дали Hardline, тоже сначала игру бесплатно, потом тоже дополнение премиум. Вот. Что я еще получил здесь? Получил я здесь Звездные войны, после того, как у нас вышла в 2017 году новая, то есть версия игры, обновленное продолжение, мне дали Ultimate Edition, старой версии, то есть полную сборку дали мне. Вот, ну, Titanfall мне пока ничего не давали. Вот, к сожалению, я бы тоже не отказался. Что мне еще здесь добавили? Добавили таких, как Crysis Edition добавили. У меня есть, по-моему, если не ошибаюсь, и... Я говорил Battlefield Premium, да. Единственное, еще мне не дали только здесь Titanfall полностью. И нет у меня батлы первой полностью. Ну, я имею в виду заряженный только вот, и все. А так игры есть. Что еще здесь? Есть всякие акции, есть распродажи. Также при том, что вы являетесь подписчиком Original, вам могут предоставить скидки на какие-либо игры как подписчику. 10%, может быть, это будет чуть больше, когда как доходит. Ну, честно, было такое, что и 50% была скидка. Но это очень редко, но бывает, врать не буду. Так, ну давайте зайдемте в Ведьмак. Вот. Ведьмак. Где наш Ведьмак? Так, Ведьмак. Вот видите, у меня сэкономьте 10%. Ну, я сейчас вам покажу. Так, где у нас? Сейчас мы зайдем. Так, ну, это дополнение все. Ну, и есть тут... Так, где-то здесь написано, подождите, я сейчас ушел. Вот, вот. Сэкономьте 10%, используя скидку подписчика Original Sense. То есть, вот как-то так. Здесь есть стандартное издание, это 1079, и есть полное издание 1349. То есть, вы за 1039 покупаете полностью игру вместе со всеми дополнениями. Также есть бесплатные подарки, даются здесь. Вот. Но это, опять же, я не могу сказать, как... кому и сколько, какие подарки дают, честно. Вот у меня вот есть тут, смотрю, подарок. Медаль за отвагу, Perfect Salute и Battlefield Dragon Tetchy. Ну, Battlefield, это добавьте дополнение в свою библиотеку, требуется основная игра. Ну, это мне просто дали тупо дополнение бесплатно, в принципе, какое-то. Дальше я вам показывал, есть здесь пробные версии, это у нас футбол, я смотрю. Что, все, что ли? Нет, тут еще были пробные версии, кстати, между прочим. Пробные версии. И, ребятки, а вот, да, эффект Андромеда, Battlefield на 10 часов, Titanfall. Так, вызвать свое время покорять вместе. Пробные версии. Не знаю, что-то не написано, до какой, почему и сколько получить. Ну, может быть, потом вам подскажут, до какого. А может быть, я просто проиграл эти часы. Ну, вот, это у нас все пробная версия. И еще раз хочу показать это те игры, которые... Ну, в которую я играю бесплатно, которую мне предоставляют Original. Ну, я опять же, там, наверное, скорее всего, зависит от того, сколько вы, наверное, подписаны и какая у вас активность, мне кажется, тоже роль играет. Так, вот игры Valued, то есть это именно вот что может предоставить. Ну, то есть, получается, я понимаю, какая-то договоренность, что именно подписчики могут играть в нее бесплатно, без каких-либо вложений. Но если вы видите, что это куплено, то это... Почему она накуплена? Потому что я просто
Могу вот, допустим, Sims 4 просто добавляю в библиотеку, она мне, по сути, я не покупал, просто автоматически пишется, что куплено. А я просто ее добавил в библиотеку. Допустим, сейчас нажму, мне напишут, где она. Так. Загрузить, вот, допустим. Доступно Origin Incense. Загрузить. Я и загружаю на библиотеке, потом якобы получается, что я ее купил. Ну, как-то так. Если вы думаете, что я сейчас там лапшу на уши вешу, также мы зайдем, вот, добавить библиотеку, добавляю, играю. Вот. Ну что ж такое Original Incense? Давайте зайдем сюда, и здесь вот именно в Original Incense, самое это, где написано вопрос-ответ, тут в принципе все описывается, что это такое Original, как подписаться на нее, как отменить подписку, если захотите отменить подписку, до ее окончания, что такое Vault, давайте, что это такое? Вот это растущая коллекция лучших игр для ПК, которые включены в вашу подписку. Эти полные версии, в которых вы можете играть сколько угодно. К тому же со временем добавление еще больше. То есть, понимаете, вы можете в них играть, и как я вам говорил, со временем. То есть у нас заканчивается, ну, вот спрос, как я так понимаю, спрос на старые игры. То есть уже интерес как бы такового нету. Выходит новая игра, вам, допустим, Original Ascensions предоставляет эту игру бесплатно поиграть. То есть, как вот у меня вышло Звездные войны, да, вот сейчас в 2019 году, весной, если не ошибаюсь, мне предоставили полную сборку вот этих Звездных войн. То есть я могу в нее играть. Вот. А почему различаются в разных странах? Ну, тут дофига вопросов. И главный самый вопрос, это как можно оплатить подписку. Подписку через PayPal оформляется. Вот. Можете оформить сразу. Или просто подписаться на год. Если я, да как я плачу, допустим, мне так удобно, я не знаю, просто у меня автоматически списание идет. 249 рублей, грубо говоря, 250, это примерно будет 3000 в месяц, да, я переплачиваю. Ну, неохота мне сразу, что тут, блин, жалко мне отдавать 2 рубля сразу, да. Я вот частями отдаю, как бы сказать, и все, там, каждый месяц у меня числение идет 249 рублей. А так можете подписаться, подписка стоит за год, если сразу 1770. 1799. Ну, в принципе, ребята, я вам все показал, то, что вообще, что это такое. Я, по мне, так, я люблю просто играть, люблю игры, мне это нравится. Для меня, как бы, для меня это не то, что я скажу важно, мне это интересно. Мне это интересно. Тем самым, что я буквально просто за, пускай те же 250 рублей себе приобрел неплохую библиотеку, в которой я просто могу в любую раз, ну, зайти, ну, так, то, что у меня есть, там, в самом деле, не совсем мало игр, и поиграть. Я думаю, по мне так это стоит таких денег, наверное, все же. А для себя вы решаете сами. Ну, с вами был Дукит, всем пока. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч.